Соединенные Штаты не будут вступать в какие-либо мирные переговоры по Украине без соответствующего решения страны, которое она должна принять сама. Об этом заявил президент США Джо Байден. Также заверил, что в дальнейшей поддержке украинского народа в борьбе за независимость не стоит сомневаться, она будет. А контрнаступление вооруженных сил Украины на южном направлении назвал значимой победой для Украины. Значимая победа для Украины. Очень значимая победа. И я могу только приветствовать мужество, решимость и боеспособность украинского народа и украинской армии. Я имею в виду, что они действительно потрясающие. И я думаю, что на данный момент трудно точно сказать, что это означает с точки зрения, но я очень ясно дал понять, что мы будем продолжать предоставлять возможность украинскому народу защищать себя. И мы не собираемся вступать ни в какие переговоры. Об Украине ничего без Украины.